Всем привет! Что сегодня пятница? Конец рабочей недели и розыгрыш по марафону скинов. Ну, в принципе, розыгрыш по марафону скинов проходит не только в конце рабочей недели, но проходит каждый день. До 10 февраля марафон скинов будет проходить. Так, сегодняшнее видео мне хочется начать с благодарности своего подписчика. Он вчера там написал, пока я стримил игрушку, говорит, я там тебе скинчики скину. Прими, пожалуйста. Вот, спасибо тебе огромное, Фрешок, за этот шикарный подгон. Да, я принимаю твое предложение. Обмен будет удержан на 15 дней. Ну, ладно. Удержан, так удержан. Ладно, я не знаю, что это означает, что удержан. В общем, спасибо тебе за это. Ну, а мы начинаем искать победителя. Вот этого потрясающего стартрека револьвера R8, немного поношенная. И посмотрим, кто же им станет. Да, ну вот, вы можете его увидеть. Для этого копируем ссылку на этот видос. Переходим на сайт, который помогает мне выбирать победителей. Победитель будет всего один, который выполнил наилучшие условия конкурса. Подписался на канал, открыл свой профиль, поставил лайк видосу и написал под видосом комментарий минимум из 5 слов. Он и станет победителем. А кто это конкретно будет, сейчас мы с вами и узнаем. Выбираем победителя. Это Данил Рудб. По-моему, Данил Рудбер полностью. Да? Пишу комментарий из 5 слов. Данил, если честно, я хотел, чтобы ты выиграл, чтобы просто над тобой поржать, если честно. Ну, вот смотри, пишу комментарий. Из – это не слово. Данил, я не знаю, как ты так писал комментарий из 5 слов, да? А написал всего из 4. Сорян, дружище. Ну, давай хоть посмотрим, подписка у тебя есть. Есть, а лайкос есть. Вот, смотри, Данил, ну, из – это не слово. Вот все остальное это слово, но из это не слово. Поэтому в следующий раз, когда ты пишешь комментарий из 5 слов, пиши его из 5 слов. Так, выбираем другого. Выбираем другого. Смешные нарезки. О, этот человек, наверное, чаще всех у меня в этом конкурсе побеждал. Ну тут прям. Так, участвую в марафоне, надеюсь, повезет. И сегодня на кейс бата со 150 сделал нож. Ну, я тебя поздравляю. Прям ты крутой чувак. Я тебя поздравляю. Подписку проверяем и лайкос проверяем. Вот. А помимо того, что ты сделал со 150 рублей нож, ты становишься счастливым обладателем вот этого вот револьвера. Смотри, единственное, что, в общем, находишь здесь свой комментарий, я вот его нашел, да, кидаешь сюда трейд-ссылку, только револьвер я тебе отправлю, вот это числа 8, потому что сейчас на него трейд-бан, это, я его выпил в прошлое воскресенье, ну, там на стриме, да, поэтому на него сейчас еще идет трейд-бан, поэтому 8 числа я тебе его отправлю. Ну, трейд-ссылку можешь уже скидывать. Так, мы, в общем, розыгрыш закрываем. Закрываем. Завтра мы будем разыгрывать вот этот вот автомат Галиль Перестрелка. Короче, его кто-то не хочет у меня забирать, я решил еще раз разыграть. Вот. Завтра будет разыгрываться вот этот автомат. В общем, что нужно сделать по марафону скинов, какие условия выполнить? Поставить лайк вот этому видосу. Вот этому видосу поставить лайк. Подписаться на канал, открыть свой профиль. И под видосом написать комментарий из 5 слов. Именно из 5 слов, ребят. Чтобы было 5 слов, а не 5 знаков, символов и 5 букв каких-то. Отлично, я думаю, надеюсь, вы это поняли. Так, конкурс я закрыл. Это закрываем. Это закрываем. Вот. И переходим на сайт, на котором сегодня... Вот, это будет Force. Сегодня это будет Force Drop. Баланс я уже пополнил. Баланс я уже пополнил. На 200 плюс промокод вот этот. В общем, у меня вот только на балансе. Есть бесплатные кейсы. Покрутим. Ну, по традиции точно так же будем пробовать апгрейды. Мы будем пробовать апгрейды, потому что... Слушай. Ну, опустошить будет прикольно, будет все равно за 25 рублей. Спасибо, да. Сейчас открываем кейсы. Сколько кейсов там? Стой вот здесь стой. Нет. Бунт, ну, я с тобой. Россия, синька больше, чем сирень, или как он там? Блядь, что здесь такое у меня мокрое? Непонятно, что. Вот тут либо
либо листья, либо лес. А потом либо корка, да. Вот что-нибудь. Так, все, три раза мы открыли. Вот больше он недоступен. Давайте выберем кейсик какой. Рублей. Ну, что, наверное, 25, 10. Так, давай мы, короче, вот эти, чем мы долго будем думать, да? То есть давай мы вот эти. Подожди, у меня есть скидка на кейс 20%. И что, я что сейчас, подожди, мне не канает, мне не канает. Ну-ка, и что это? Ну, давай тебя попробуем. И что? А, у меня же там скидка. А, на кейс, по-моему, до 800 рублей. Поняли, до 800 рублей на кейс скидка. Блять, а я сейчас ее просто просру за... Нет, ну, за 70. Так, давай мы, короче, один вот этот откроем за 70. Ой, это... Да ну нах! Отменить можно? А можно как-то отменить это? А, уже бабки списались, да. Давай 1,5. А, то есть еще ж попытка, что ли, есть? А, нет, не туда. Вот здесь он. Ой, ты ж тормоз, сука. Вот ты тормоз. Давай, короче, по три открываем. Дебил. 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 Вот и все. Откроем все, что будет. Мы сейчас в апгрейды и посмотрим, как апгрейды. Потому что здесь апгрейды меня окупали. Окупали хорошо, да? Посмотрел мои прошлые тоже, по-моему, прошлонедельные видосы. Все происходило. Здесь, конечно, все синько, и тут даже непонятно, что да как. 23 рублей, говоришь, не хватает, да? Значит, ну, откроем. Еще рубль поставим. 1,03, 1,03. Ребята, это знак. В общем, сейчас будет что-то, наверное, прям. Это прикольно, по-моему. А, это конфиане, там еще прикольно было. И в апгрейды, и в апгрейды. Так, у меня что, всего столько апгрейдов доступно, да? Так, мы начнем с 8, да? Мы также будем ловить 10%. Я буду издеваться, изгаляться, ухищряться. В общем, ловим 10% и смотрим, как они поймаются. Так, мимо. Я на это согласен с одним. То есть я согласен. И также 80 посмотрим. Меня чуть-чуть сейчас вот, я думаю, неужели зайдет тут нахер? Просто если он зайдет на второй раз, нет, хотя у меня такая фишка есть, он два раза подряд бывает дает. Только вот как понять, какой раз подряд он даст там, да? А, ну тут сразу же я из К90. Короче, о, сейчас мы выбьем вот эту штуку. А, все, погрузился, значит, не выбьем. Ух ты, как оч... Ух ты, как близенько. Сейчас мы посмотрим, что он мне на той неделе прям аж как бы 2 дня подряд давал. Потому что сейчас он на меня обиделся, что типа неделю не было, тут такой, что за нахер-то, ебать. Вы видели это, я не понимаю, что происходит. Прям вообще прям такой, прям на волосок подпирается, подкрадывается. Сейчас вот, короче, вот сюда вот так вот пролетит, да? Нет, прям недолеты идут. Прям идут недолеты. Прям даже удивительно, что... Ну, давайте основу. Шарп. Шейп. Вот это лес шейп. Я не знаю, что это там. Шейп. Шейп херов. Не знаю, что там как это переводится. Херовый из меня англичанин. Если не сказать никакой. Ну, давай еще револьвер попробуем. Сегодня мы разыгрываем похожий. Сейчас что-нибудь. Да вообще, прикинь, это прям что такое. Слушай, еще ни одного перелета не было за сегодня. Вот реально не было ни одного перелета. Все какие-то недолеты идут. Слушай, у тебя походу вообще железные яйца сайт. У тебя, ну, вообще прям железнючие яйца. Яйца. А, вот первый перелет. Пиздец, блядь, сколько не долетело. Сейчас материться, пацаны, нельзя, короче. Сколько не долетело, столько и перелетело, да? Вот это да. Вот это да. Как так-то, блин?
чтоб тебя забодать тебя команд, комар, кабан, забодай тебя. В общем, забодай тебя кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. ФАМАС. Ролл, кейдж, кейдж. Опа, ты там крутанулся. Да что? Ты как, гад? Ну ладно. Чё? Что? Это у нас, кстати, второй претендент на сайт без яиц. Мне там, кстати, в комментарии написали, что как-то говорит, неправильно там, да, судить по апгрейдам, по сайту, то есть с яйцами он или нет. Ребят, ну это честно прикол. Это просто мой рейтинг такой, который на моем субъективном мнении, исходя из моей точки зрения, основан. Поэтому всерьез не надо воспринимать на самом деле, что это сайт без яиц. Все сайты, безусловно, классные. Кому-то на одном сайте удается выиграть, кому-то на другом, там, да, то есть, тем не менее, все сайты классные. Поэтому воспринимать всерьез, что я там это говорю, то есть, ну, не надо. Все. Ну, все, короче, два сайта без яиц. А как мне понять, какой из них такой там, да? ГГ или Форс? Какой там из них? ГГ или Форс там, да? Черт их знает. Ребята, напишите сами. Напишите сами. В общем, я просто вам показал, что о чем здесь за помещение. Баблин, кейс, брокер, В общем, ребят, на сегодня на этом все. Видели все сами. У нас, короче, два сайта, получается. Сегодня пятый день, да? Два сайта вроде как бы. Слушай, так у меня до сих пор получается Just с самыми большими яйцами, да? Потом идет Easy, потом какой-то был третий сайт. Черт его знает, не помню, какой там был третий сайт. Вчера на какой я открывал. В общем, короче, надо там опять все смотреть, что там было. Ну, по крайней мере, два сайта. А, там же был MyCSGO, потом GG и Force оказались без яиц. Вот такая вот фиговина. В общем, ладно, ребят, все. На этом все. Всем пока. Всем до новых встреч. Принимайте участие в розыгрыше. Подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Ставьте ваши лайки.